Доброе утро, приветствую всех. Ну, у нас новая затея. Как-то так спонтанно получилось, что мы с инструкторами решили затеять такой. Ну, у нас родился такой небольшой челлендж, вернее, даже большой. 108 дней каошики. У кого-то это будет 108 дней каошики танцевать, у кого-то 108 практик, потому что может получаться, что за день протанцуется не один раз. В общем, если есть желающие присоединиться, пожалуйста, рады всем. И, кстати, можно здесь вот танцевать, но не обязательно, у кого-то это не получится 108 дней, кому-то это будет сложно, кто-то только начинает, то можно тогда протанцевать, допустим, 3 дня, неделя, 21 день, 32 дня, 40 дней, 90 и уже 108 дней. То есть каждое число имеет свое значение, да, и посмотреть, танцуя, можно запоминать свои ощущения, потом проанализировать, что будет меняться в вашем теле, в вашем организме за то время, которое будет танцевать. Конечно, за 3 дня каких-то таких существенных изменений вы не заметите, кроме настроения, да? А если танцевать более долгое время, то уже, конечно, пойдут изменения. Танцевать можете, опять же, в любое время, удобное для вас, в любом месте. Любое время танцевать. Кому-то будет достаточно начать с одной, с двух, с трех минуточек, да, и потом продлить. В общем, все на ваше усмотрение, если есть желающие, присоединяйтесь. Я сейчас протанцую 3-й уровень, это 32 повторения на 16 плюс 2 удара стопой. Помню, что 16 это когда у нас идет вот сам танец, и плюс 2 это топ-топ в конце. Не забываем держать позу. Если кто-то танцует только первый, второй уровень, можете танцевать руками. Если у вас уже получается добавлять, то добавляете руки и просто танцуете руками. Делаете движение. Ну да, телефончик, конечно, поместилось показать. То есть танцуйте для себя, если есть желание. Не надо себя пересиливать, не надо делать через «не могу» или «не хочу». Слушайте свое тело, свое состояние. Готовы присоединиться? Начинаем. Так, где у меня музыка? Начинай вправо всегда. Thank you.
Получилось. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы смогли, ну, даже если не весь круг протанцевать, ну, хотя бы, если вы продержались минутки 3, уже хорошо. До следующих встреч. Всем пока-пока.